Ректор КФУ продемонстрировал министру здравоохранения Республики Татарстан Марату Садыкову возможности университетской клиники. В ходе обхода было осмотрено здание поликлиники по улице Вишневского, 2А, где завершаются ремонтные работы. Для порядка 40 тысяч человек, прикрепленного к поликлинике населения, разница уже налицо. Заново оснащенные медицинские кабинеты соответствуют передовым стандартам. Увидев представительную делегацию, одна из посетительниц медицинского учреждения подошла к министру здравоохранения Республики Татарстан Марату Садыкову и ректору КФУ Ильшату Гафурову. Спасибо. И главное, все службы работают. Не нужно сходить на прием. Необходимо учитывать, что работы на объекте еще не завершены. Но в помещениях, где сейчас приостановлен прием пациента, все готово для установки оборудования. Министру здравоохранения Республики Татарстан продемонстрировали кабинет томографии, где уже в ближайшие часы начнется монтаж медицинской техники. Здесь появится уже третья университетской клиники томограф, отличающаяся многофункциональностью. Весь комплекс планируется укомплектовать и оснастить в течение месяца и затем торжественно представить населению. В ходе визита также министр здравоохранения Республики Татарстан Марату Садыкову было продемонстрировано модернизированное здание хирургического корпуса университетской клиники по улице Ершовой, 2, которое было построено в середине 19 века. Его обновление планово завершилось еще в 2017 году, но из-за нюансов, связанных со статусом объекта культурного наследия, реконструкция, ремонт и переоснащение здания потребовали дополнительных сил и средств. Однако теперь видно, деньги потрачены не зря. Разница между прошлым и будущим можно ощутить, просто перемещаясь из нового крыла больницы в помещение, где работы только предстоят. Во втором крыле ремонт развернется, как только будет утвержден один из трех вариантов сметы, различных по степени глубины реконструкции. Также министр посетил лабораторный комплекс униклиники по улице Волкова, где расположен Поволжский регистр доноров костного мозга, учебно-лабораторный корпус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, расположенный по улице Парижской коммуны. Таким образом, гостю продемонстрировали все возможности биомедицинского блока КФУ, от фундаментальных исследований до внедрения разработок в клиническую практику. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.